Министр образования Московской области Илья Бранштейн и представители Мособлдумы посетили гимназию номер 16. Они ознакомились с тем, как во флагманской школе реализуется региональный проект «Умные каникулы». Подробности в материале моих коллег. Здесь не ставят оценки, не носят форму, а занятия можно посещать по желанию. Наверное, о такой учебе мечтает каждый школьник. В 16-й гимназии сейчас именно так выглядят будни детей и учителей. Уроки проходят в свободной игровой форме. У нас в классе многие говорили, что нет, мы туда не пойдем, потому что это скучно, мы лучше пойдем погуляем. Но я решила попробовать сходить, и мне нравится. Ребят распределили по возрасту и по уровню подготовки. Таким образом, у нас действует вершина Фудзи, вершина Арарат, вершина Эльбрус и вершина Эверест. Значит, соответственно, с ребятами разного уровня работают учителя, предъявляя к ним разные требования и имея разные программы. Проект «Умные каникулы» проходит в 40 школах Подмосковья. В этом году такую практику ввели впервые. Пилотная программа пока действует только во флагманских школах. В дальнейшем к ней присоединятся и все остальные образовательные учреждения. Важно, что ребята находятся не только в школе, они много ездят, много путешествуют, у них экскурсии. Вот сегодня группа уже одна поехала в губернский театр. У них там сегодня соответствующая культурная программа. Мы вырабатываем методики, вырабатываем структуру этой работы, поэтому и только 40 флагманских школ, конечно, на следующий год участников будет значительно больше. Продлен, можно сказать, в какой-то степени общеобразовательный процесс, культурный, досуговый. В общем, ребята совмещают приятное с полезным. Совмещать приятное с полезным школьники будут до 23 июня. В 16-й гимназии «Умные каникулы» проходят у более 1200 учеников. В проекте принимают участие все классы, кроме первых и выпускных. Уиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.